Интересный катаклизм сегодня произошел опять в Ютубе. После того, как я выложил пару сюжетов и написал несколько постов по поводу событий в Кемерово, вдруг неожиданно у меня заблокировали лежавший вот с 1 декабря, как видите, спокойно, 2017 года, фрагмент буквально диалога между Шелленбергом и Гиммлером, ну, из всем известного фильма. 17 мгновений местный. И я его попробовал закинуть на резервный канал. Не дают. Вот сейчас отправляю возражение. Какая-то левая жидовская фирма, Кота Entertain. Ну, ясно, что она подставная. То есть, вот так она отреагировала, короче. Посмотрим, что получится. Ну, во всяком случае, видимо, в комментариях я просто очень важные вопросы задел. Ну, а кто хочет разбираться взвешенно, без истерики в событиях, вот, вы можете этот фрагмент найти. Я не помню.